Ну что ж, здравствуйте, дорогие друзья. Если вы видите данное на экране, то значит мы начинаем проходить финальную версию Ангела Кровопролития. Присаживайтесь поудобнее, ставьте лайки, приглашайте друзей, не забывайте про колокольчик и не забывайте приглашать новых друзей. А мы погоним проходить финальную версию Ангела Кровопролития. И, естественно, пройдем дополнение за такого персонажа колоритного, как Эдди. Так что, в принципе, присаживайтесь поудобней, ставьте чаечек, кофеечек, а мы погнали. Так, главное меню. Текст. Эпизод 4. Так. Постой, Зак. Не ходи туда. Ах. Что же делать, что же делать? Скорее думай. Рэй, чего ты там копаешься? Иду. Да, это чей-то дом. Это еще что? Ага. Покрыты швами. Ага. Постой-ка, его рука игрушечная, их рты и тела сшиты. Это кукла или... Зак. Не надо, Зак. Не стоит прикасаться. А? Зак. Остановись, Зак. Да что с тобой? Чего ты так испугалась? Чё? Они реальны? Какого хрена? Здесь трупы? Мерзость. Зак, послушай, Зак. Прошу тебя. Умоляю, убей меня скорее. С чего вдруг такое рвение? Зак, прошу, убей меня прямо сейчас. Да что ты несешь? Допустим, убью я тебя, а дальше-то что? Мы до сих пор не выбрались, да и твое лицо не вызывает во мне желания убивать. Но... Это книга... Конечно, это Библия. Но это мы знаем. А-а-а. Прошу, Зак. Убей, пока еще ни о чем не узнал. Пожалуйста, убей меня. Сейчас. Умоляю. Ведь ты мой бог. Эй, не шути так, держись. Чего это она вдруг сознание потеряла? Устала, небось, неудивительно. Но так внезапно падать в обморок, это ненормально. Она совсем пала духом, когда вошла сюда. Но это лицо даже сейчас, моля о смерти, она не цепляет. Я для нее бог? Странная она. Неправильно все это. Чё? А что там? Блин, ни черта не понимаю. Здесь фотографии, вот я, а это Рэй. Какие-то цифры.
Здесь это кислая мина. Что это за звук? Чё? Ох, ни чертов ли Дэнни выследил нас. И чё? Что это? Игрушка? Чё? Так, нас заперли, ага. Че? Что такое? Так, ладно.
Чё? А что в туалете? Какой двери-то? Что-то тут не так. Подвал. Какого черта они здесь делают? Resident Evil прям. Так, этот этаж. О чем это? Ага. Так. Что это такое? Куча. Комната Рэйчел. Переключатель.
Вот хренов ублюдок. Молчи, какого черта ты здесь делаешь? Почему? Подобная концовка была бы несколько скучной. Что же, девушка, направившая на меня нож, не приняв во внимание мои предостережения? Сейчас Рэйчел, вероятно, оказалась в руках Дэнни. И теперь ты намерен вернуть ее, я прав. Ха. Тебе-то какое дело? Эмоции овладевают тобой. Не надо меня успокаивать, и хватит подшучивать надо мной. Ну что ты, у меня и в мыслях не было. Тогда в чем дело? Я лишь хочу понять, как ты стал таким только и всего. Чего? Каким это таким? Черт возьми, меня тошнит от людей в этом месте. И среди этих неприятных типов ты самый мутный, объяснись. А, что ж, Зак. Странно, что моя личность вводит тебя в смятение. Думаю, я должен кое-что тебе рассказать. Отвали. Ты сказал, что хочешь мне все объяснить, но пока несешь какую-то хуйню. Конечно, извини, я продолжу. Ангелом? А. Ну и в чем суть? Почему? И как ты же нам поможешь, священник? Правда, что ли? Да, нет ничего скучнее, чем наблюдать за бездействием. Если ты растерян, я могу посодействовать советом. Взамен ты позволишь мне следить за вашими деяниями. Я хочу увидеть, как вы сможете выбраться, на что вы пойдете и кто вы на самом деле. Во как. Я понял. Зак, еще кое-что. О чем ты подумал, когда Рэйчел Гарднер назвала тебя богом? Это... отвратительно. Вот как. Послушай, что такое?
Не изъясняйся так витиевато. Я туго соображаю. А все вы видите во мне только дебила. Так уж и быть. Ну, погнали дальше. Смысле? Насчет чего спросить, блять? Эй, есть идея? А что там? Что за буква? Это имя какое? Супружеская пара. Ладно. А, треугольник, по-моему, вижу. Туда, что ли, повесить? Это я понял. Ну, подошло? В смысле? Наверное, на нижней, что ли? Да я понял, ёб твою мать. Наконец-то. А, обычная комната. Почти. Чё? А, то есть шкатулки. Что, блядь, происходит? На себе поворотики. Хватит. Хозяин этого этажа ёбнулся. Черт, я больше не смогу войти. Как это все связано с Рэй? А вот как-то связано, прикинь. Ну, это понятно. Блять, если бы я еще помнил, где подвал... Подвал, подвал, подвал. А где подвал? Блять. Подвал, по-моему. Стоп. Подожди-ка. Нет, не то пальто. Подожди, а как мы откроем-то? Там же...
Вот оно как. И что там? Музыкальная шкатулка. Та-та-та-та-та. Что там? Знакомая надпись? Что такое? Чё? Ага. Блять, логично, мистер Очевидность. Что так же повесить? В смысле? Да ничего... Ничего меня не смущает, чувак, всё. Смущает его. Погнали сюда. Ну, мы входи... Что? В смысле? Смысле? Тоже какой-то трешняк. Так. А что это за кресло? Чё за прикол? Телек, что ли? Супругов? Ножевые огнестрельные ранения, то есть их девка убила, что ли? Рэйчел? Сшитыми, ого.
Ну. Например. Так она их грохнула, блядь. Ага, врач родился с одним глазом. Ага. Щенка. Да вы серьезно? Из-за щенка? Ёб твою мать. Чё за... Пьяница. Полицейский алкоголик. Ого. На кухне. Подожди. А пёсики, ага. Чё? Допоздна. Ого. Ну. О, он деньги забрал, офигеть. Купить себе счастье. Офигенно, то есть получается полицейский бухает, ненавидит жену, ребенка, пиздит у них деньги, покупает себе выпивку и проституток. Ну что тут сказать? Заебись, the best.
И чё она ему сделает, эта жена? Охо. Папа. Ха. Охренеть. О, сейчас что-то здесь случится, походу. Охренеть. Мама. Ха, когда-нибудь я убью тебя, ну на этого копа. Никто не станет слушать меня. И чё, куда нам валить? Уходить, что ли? Или за матушкой? Да ладно. Пристрелит копа. Ого. Ха. Офигеть. Мама. Рэй, что ты хочешь? Мне нужно тебе кое-что рассказать. Послушай, мне не до этого. Нужно прибраться на кухне. Я не в состоянии выслушать тебя сейчас. Ты разозлишься, если я сделаю что-то без разрешения. Ха-ха-ха. Посмотрите на нее. Почему в этом доме никто не желает меня слушать? Это из-за тебя я оказалась в этом аду. Ого. И сейчас она проверит, что там происходит.
Логично, что сказать. И там, наверное, какой-то трешняк произойдет, это 100%. Так, мне нужно включить вторую часть, чтоб на всякий случай мы не на это. Так, стоп. Ага. Мы практически вторую часть почти завершили. Так. Ну, значит, пойдем проверять. Так, кухня у нас внизу, да? Чё? Типа да. Офигеть. Моим идеальным папой. Жесть. Все хорошо, я починю тебя. Ну пиздец, конечно, Рэйчел, ничего не скажешь. Офигеть просто, блядь. Логично. Thank you.
Что себе смысленно? Зачем было показывать мне все это? Выходит, теперь я знаю все. О пистолете, нитках с иголкой, о трупах внизу. О Рэйчел Гарнелл, о Рэй. Это ее этаж. Значит, убийца. Идем. Ну да, тому чуваку будет пиздец. Это все получается. Эй, просыпайся. Хватит спать, вставай. Что такое? В смысле? Извини, я не хотел тебя обременять, вот и... Хватит, не нужны мне твои оправдания. Ладно, скажи-ка, Рэй. Люди, оказывавшиеся на этом этаже. Ты убиваешь их? Рассказывай. Это мы знаем.
что-то идеальное. Ну да, я никакой не бог. Ага. Охереть. Так, а что ж дальше?
Офигеть. Что это? Как это пройти? Развязка. Эй, долго ты собираешься бегать от меня? Неужто выстрелишь? А если так, ты умрешь? Чтоб я умер, тебя для начала придется меня убить. Теперь уже все бесполезно, ты мне не нужен, ты с самого начала был мне не нужен. Богу не нужно падшее, я не нужна ему. Ты поклялся перед Богом, что убьешь меня. Но потом я поняла, что Бога нет, и тогда им стал ты. Рэй, сколько мне повторять, что я не Бог? Я знаю, Зак. Что ты знаешь? Ложь разоблачена. Мой бог умер. Чё? Стоп, это... А, ну понятно. Куда она свалила? Она тут? Ох. Снова станешь прятаться? Ну, она убьет его, ха-ха-ха. Мне очень жаль, доктор. Тебе пиздец. Рэйчел? Рэйчел? Она устала и хочет, чтобы все закончилось.
Простите, доктор, мы не сможем быть вместе. Пойми, что нужно тебе самой. Скажи, Карей, кто перед тобой?
Ну да, мы выберемся отсюда, да. Где выход? Быть не может. Передняя дверь. А где она? Да подожди-ка. Что такое?
Так. Выход на другом этаже. Пойти наверх. Ну, естественно, ее открывали.
Монстр доктор. Так. Ну тут не так много, в принципе, осталось. По факту и по существу. Блин, пить захотелось, пипец просто. Сейчас. Попрощаться. Ага.
Церковь. Ага. Чё? Она какая-то... Странная эта церквушка. И чё? Отодвинуть. Ну да. Так, проверим витраж. Так, витражок. Скважина. А у кого ключ? Ха. Привыкла не удивляться. Thank you.
Чё там? Выход? Ага. Thank you.
Какого хрена? Священник?
Ага. Подожди, Рэй. Мы добрались, не умирай. Так, там, по-моему, осталось совсем чуть-чуть. Я так понимаю, да? Так. Финал. Наверное, мы уже игру почти прошли. Ну да. Его. Стоп. Ну да, чуть-чуть осталось. Так. Так. Да, что нам делать? Чё? Да не очнется она. Ага. Взята под опеку Рэйчел Гарднер, исчезнувшая в процессе допроса по делу убийства супругов Гарднер.
Так, был Айзек Фостер. Фостер имел отношение к нашумевшей последние годы серии убийств. Фостер арестован по подозрению в похищении, что сам отрицает, однако он частично признает причастность к убийствам. Останки мужчин. Ага. Некоторые секты. Ага, девушка помещена в реабилитационное учреждение. Обвиненного в похищении и серии убийств Айзеку Фостеру вынесен смертный приговор. Офигеть. Рэйчел. А вот и врач. Ха. Ага. Что? В смысле? Луна. Опять луна. Волшебная ночь. Ха. А. Страшно. От чего? А. Делать что? Приговорили к смертной казни. Вот оно что. Ага. Что за прикол?
Так, так. Закрыть глаза. Из окна. Ну, конечно, это Зак, кто ж еще? Она заблокировала. Валим. Ха-ха-ха. Привет. Здорово. Так, смотрим. Все. Конец игры.
Ну что, ребят, вот получается, мы в принципе закончили игру Ангел Кровопролития. Концовка мне очень понравилась. Все было очень круто, интересно, романтически в конце все закончилось. Все довольно мило, прикольно, кайфово. Да, я там не ожидал некоторые там то, что она выживет после выстрела. Да, и то, что Зака приговорят. В принципе, все было очень интересно. Обязательно вам советую посмотреть аниме «Ангел Кровопролития», если вы хотите сравнить игру и анимешку. Нас еще ждет дополнение про Эдди. Оно, к сожалению, на английском языке, но я его обязательно хочу пройти. Ну а всем спасибо за внимание, что смотрели. Не забывайте про колокольчик, ставьте лайки. Наконец-то мы прошли эту крутую игрушку. Вот. Ну а всем до новых встреч, увидимся на других интересных игрушках. А с вами был, конечно же, Казуко Фэмили. Всем до скорого, всем удачи, всем пока-пока.